Прощенное воскресенье десногорцы традиционно встретили на городской площади. Там для жителей и гостей Атомграда прошли праздничные гуляния в честь последнего дня масленичной недели. Считается, что провожать зиму нужно весело и шумно. Посмеяться от души помогали народные забавы и конкурсы. Победители получали подарки, а остальные участники – главное лакомство масленицы – блины. На территории площади были организованы места отдыха, где каждый желающий мог перекусить аппетитными шашлыками, выпечкой или горячим чаем с блинчиками. Настроение прекрасное. Да, хорошо все. Всех с праздником. Вместе вас с праздником. Вот с блинами стоим. Будем кушать. Пробовать. Прекрасное, да. Прекрасное, вкусное, горячее. Все очень хорошо. Шашлыки или блины, что очень вкусно. Замечательно. Замечательно. Весело. Хорошо. Блинов поели? Конечно. И не только блинов, и шашлыки тоже. Действительно, желающих отведать шашлыка было очень много. Только на одном месте продажи к середине праздника было изготовлено уже около 40 килограмм. Я не ел, нам некогда, мы работаем. Ну, что вкусный, все говорят вкусный. Все, если народ стоит, значит вкусно. Масленица – это отличный повод зарядиться хорошим настроением и подарить детям незабываемые эмоции от праздника. Я стреляла из дротиков и выбила 5 шариков, получила бабочку. Очень интересно. Вот отстояли большую очередь за ватой, теперь наслаждаемся. Очень рады, что у нас проводится такая активность в нашем городе. Есть куда сходить и сводить ребенка. Мы довольны. Гуляния сопровождались выступлениями творческих коллективов города, песнями, плясками и частушками. Кульминацией праздника по традиции стало поджигание соломенного чучела. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.